Всем привет! Я в магазине Фикс Прайс, город Орск, на Беляева. Давайте смотреть новинки вместе со мной. Смотрите, какой я увидела ящик. Так, ящик с крышкой, створками. Со створками. Так, и смотрим. Вот так открывается, смотрите. Интересненько. Хлоп, хлоп и порядок. Вот такой интересный, большой, интересный ящик. А рядом с ним тоже большой ящик. Больше даже, чем этот. Тоже крышка такая же, только без створок. Хорошие ящички. И рядышком вот тоже на клипсах. Тоже большой. И обычные крышки прозрачные. Изготовлено в Татарстане. А это большой. Крышка продается отдельно, ящик продается отдельно. И ящик еще на колесах. Что? Так, сейчас посмотрим. Это у нас подставка под горячее. Уже сразу вижу, что изнутри, по-моему, пробка. А здесь какая-то керамика. Значит, доломит, пробка и полиэстер. Если вот эти были без шнурочка, они оббивались сильно. Здесь они уже, наверное, продумали и сделали такой вот шнурочек. Довольно-таки интересное решение. Не знаю, будет он плавиться, наверное, не будет. Но хотя бы здесь, смотрите, прижигали, и материал плавится. Так что как-то, не знаю, может быть, будет плавиться. И, конечно же, сейчас покажу, какие есть расцветки. Хоть вы меня порой ругаете, что я перебираю расцветки, но я не могу не перебрать. Как же я вам все не покажу? Для чего я тогда сюда хожу? И вот это последнее. А были вот такие. Вот, смотрите. Стоимость такая. Ага. Это вот под что? Это под чайничек. Это под чайничек. А я уже разогналась сюда сковороду ставить. Ой, бестолочь. Ну, конечно, тогда ничего нигде не прилипнет. Век живи, век учись. Мне почему-то вот это больше всех понравилось. Была бы она кругленькая. А хотя, может быть, и такая. Красивая. Да, это. Смотрите, какое мыло. Антибактериальное. Действие алоэ. Идеальная форма для эффективного очищения. Смотрите, как оно сделано. Жалко, тоже нет здесь ценника. Ну, скорее всего, наверное, 27,50 или 55, не знаю. Сейчас все-таки узнаю, что же я вам не покажу. Сейчас узнаю. Так, мыло на вид ничего. Ну вот, вам наговорила. Оно стоит всего 17 рублей. А я вам сказала, чуть ли не 55. Так что надо иногда подходить к кассе и узнавать. А это мыло Palmolive Naturelle, интенсивное увлажнение с экстрактом оливы и увлажняющим молочком, еще больше увлажняющего ингредиента. Вот это стоит 55 рублей за 150 грамм. Смотрите, какие пакетики опять привезли нам. Пакеты подарочные для посмотрите. Вот написано, для горшочных растений и букетов. А везде вот на этих пишется горшечные, но никак не горшочные.
за 77. Вот как правильно, кто знает, напишите. Вообще, мне кажется, что пишется горшечные. Хотя я, сами знаете, в русском не особо. А здесь написано горшочно. Так, значит, с сердечками. Цветочек поставил и подарил. Классно. Вот такой вариант, полосатенький. Еще вариант. И это еще не все. И вот какой. За 77. Еще вот такие пакеты есть, смотрите. И разные расцветки. Такие подарочные пакеты за 27,50. А еще вот очень интересная штука. Это у нас коробка для цветов. Ногти ободраны. Мне больше напоминает вишню собирать такие коробочки. Ну так, ладно, это просто как шутка. А так, интересная коробочка. На ручке будет. Разные расцветки. Желтенькая красивая. И такая вот. И бежевая. Молочная, можно сказать, тоже. И эти коробочки очень интересные. С ручками тоже. Интересный вариант. Разные расцветки. Вот это мне больно нравится. Такой цвет. Я вообще люблю бордовый цвет. По молодости у меня и кофточки все было бордовое. За 99. Еще есть голубые красивые. И оранжевые. А это еще новинка. Кошечки. Изготовлены из доломита. Надо было мышей делать, они поросят наделали. Прикольный. И этот тоже симпатичный. Смотрите, на копытцах приклеены резиночки. А здесь приклеена тоже резиночка, чтобы не вылетали денежки. А вот на котике, видимо, уже потерялась. Я вот сейчас смотрела, там нету. Очень удобно, что можно ничего не поцарапать. А, нет, это я просто увидела, что это... Думала, что это дырка, а это тоже заклеено. Все хорошо. Все хорошо. Божечки мои, смотрите, что я нашла. Смотрите, какой красивый цветочек. Очень длинный, на длинном стебельке за 99 рублей. Еще есть сиреневые. Особенно они хорошо смотрятся в букете, когда стоят вместе. Поэтому их ставить надо несколько штук, штук 5, чтобы были красиво смотрелись. Очень красиво. Губка флористическая для создания композиции из живых цветов. Есть круглая и прямоугольная. Легко режется ножом за 77, а круглая тоже 77. Используется в качестве базовой основы для создания композиций из свежесрезанных цветов и соцветий. Кубка впитывает влагу равномерно, просто плавая на поверхности воды. Видите, утапливать нельзя, она должна сама впитать. А такие цветочки были. Птички поют прям вообще. Вон такой вот высокий потолок здесь. Сеткой. Застелен сеткой. И там сверху
живут, видимо, птицы. Смотрите, какие яркие резиночки. 5 штук. Хорошо тянутся. Такие были уже. Вот эти хорошенькие. Так, а это у нас что? А это у нас из Дню Валентина. Это я уже показывала. Вот, яркие, хорошие. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.